Всем привет! Мое утро начинается с чего? Та-дам! Да-да! Начинается вот именно с этого. Я еще, как говорится, не позавтракала, а уже сперва вход в двор. С самого утра идет первый вход в двор. Потом рассада. А потом только мы. Люди. Так вот обычно. Так каждый день. Иной раз согнешься здесь и выгнуться потом не можешь. С этим поливом. Все вот. Кстати, если еще посчитать, сколько воды мы потратили. О, тоже же деньги, правильно, на эту рассаду. Тоже деньги. Так что ко мне присоединилась еще моя знакомая. Говорит. Да, Диана, ты, говорит, права. Сейчас, минутку, у меня чайник закипел. Да, говорит, Диана, говорит, ты права по поводу рассады. Говорит, тоже уже, говорит, не могу. Жалуется. Компот какой насыщенный, прям, говорит, прям такой, прям бордовый, как будто свеклу выжили. Ну все, и наше время настало. Будем пить чай и коллаген. Коллаген я принимаю, потому что у меня очень выпадают волосы. Я многим уже жаловалась, рассказывала, что у меня дико сыпется волос после операции. Вот. Так как мы живем на Кубани, здесь очень много солнца. И появляются у нас морщины. Поэтому я принимаю в обязательном порядке коллаген. Вот этой фирмы. Кстати, ссылочку, кому интересно, я оставлю в описании к видео. Забегайте, смотрите. Цена, кстати, очень хорошая. Я пользовалась разными коллагенами, но остановилась на этом. Это у меня малиновый вкус. Другие коллагены, они были безвкусные и с добавлением глюкозы. А этот натуральный коллаген с витамином С. Так что забегайте, кому интересно. Смотрите, заказывайте. А мы наш день начинаем. С бодрости, с сил, с витаминов. Так что, друзья, ссылочки будут в описании к видео. Заходите, смотрите, заказывайте. Кристина приехала, привезла озон, ну и здесь тут небольшой договор. Ты на эту, да? На штатив, штатив, на маленькую, заказали такую штуку, 100 рублей стоит. Что-то хотела сказать, 100 сом, к чему, интересно. У меня она обломалась. Крепкий? Нормально. Ну, зато упаковка, мне кажется, дороже стоит, чем сама эта штучка. Когда хорошая упаковка, это уже приятно. Угу. Привезли. И привезли посылку еще. Василек. Угу. Чё, моя хорошая девочка? Манька, Манька. Все подкармливается. Вот бутуз прям такой хороший, вот этот пятнистый. Ох, и бутусик-то какой. Мой хороший. Они все такие, у них спинки такие уже мощные. Бегает. Такие уши его пятнистого. Ты аж сюда вся сейчас залезешь. Сейчас я тебе воды дам. С
Смотрите, как стоит. А вот поросенок ходит, которому, помните, лапку обрабатывали, на которого она наступила. Последний, на которого она наступила, и он выжил. Тихо, мать. Не пугай детей. Вот такое чудо бегает по дороге. Ну, боже мой. Ну, зачем ты здесь бегаешь, детеныш? Убегай, убегай, правильно. Главное, выбежал. И стоит. И стоит, смотрит в ту сторону. И стоит, главное. Вот деловой. Ездили в фикс-прайс у нас вот здесь, вот в Павловской. Фикс-прайс. И купили автополироль для всех видов пластика. Аромат ванили. Мы постоянно берем именно аромат ванили. Потом пропадает куда-то, да? Ты будешь натирать? Нет, сейчас брызги, да, я буду брызгать. Ты стекнул его? Да. О, какой запах. У нас так в машине, когда в машину садишься, угу. Запах идет. Кстати, вот эту штуку надо вот поменять, но я уже заказала. Надо вот сменить. Давай вот за тебя еще там где-нибудь. Вот здесь. Ой, обалдею. Хоть просто бери, да, брызгает. А в какую-то, почему-то около 100 рублей, 99, по-моему, да? Мега 79. Да? Ну точно не знаю. А, знаю, знаю, у нас же чек есть. Сейчас я скажу точно. Сейчас Рушан тут побалуется, пока я буду говорить. Автополироль 99! Значит, у меня память лучше твоей. Да. Ой, Рушан, я сейчас задохнусь. Харе, все. Ну, ты помоложе будешь. Все, айда дальше. Че смеешься? По-татарски заговорила. Нет, Руш, по-киргизски. Киргизский знаю лучше, чем русский. А Руш русский знает лучше, чем татарский. Да, Рушан? Или ты знаешь также киргизский лучше, чем русский? Ой, что там, так места мало, аккуратно. Нормально. Не, я киргизский вообще не знаю, я только... А жил в селе, я и то в городе жила, и то лучше знаю. Блин, ну назад не сдаст. Дяденька там дорогу делает. Опа. А так, проедем, да? Что еще надо? Так, сейчас решим. Мы съездили в Пятерочку. Кое-что взяли здесь. Кукусики. Так, взяли вот такие печенюхи. Кукусики. Так, а что у меня здесь прихватка-то делает? Не знаю. Потом взяли это для очиститель для стиральных машин. Кирет. Вот такая вот штука. Потом взяли кефир. Маленький на этот раз. Сосиски. Баварушка на завтрак. Решили. Иногда хочется. Потом я смотрю, сахарная пудра там была по акции. Взяла, не помню, какую цену. Но была, помню, что по акции. Потом зубную пасту. Мы как-то взяли зубную пасту. Да, ты не помнишь, что за название? Лакалют. А? Лакалют. Ужасная. Поэтому взяла зубную пасту и взяли молоко. 2,5 кубанская буренка. Вот такие у нас сегодня покупочки. Так, хотим тушенку. Что-то захотелось нам такого. Тушенку. Мы с Рушаном тут чуть ли носы, короче, туда не засунули. Это просто пахнет обалденно. Это вообще шикарнейше пахнет просто. Подожди, я сделаю поменьше. Стреляет? Да. Давай, а то я боюсь, у меня банка соскользнет. Окей. А пилотик караулит. Ага, дай бог, что упадет. Он под плитой, короче. Угу. Ну, прикинь, если бы камера бы передавала запахи. Сейчас бы половина зрителей, наверное, этого. Облизались? Да, потому что это просто это непередаваемо. Запах тушенки. Добавила еще укропчик,
чуть-чуть для цвета. И уже почти все готово. Сейчас уже чуть перемешаю все хорошо. И можно на стол накрывать. Ну, вот так вот это выглядит. Жалко, вспышка не работает, потому что садится батарейка. Батарейка садится. Сейчас мы хотим еще салатик открыть. Это вот так вот все выглядит. Аппетитно. Вкусно. Сейчас Рушан салат откроет. Открою, блин. Тоже закручу. Я говорю, я вот не люблю, потому что... О, что, крышка? О, крышка хорошая, кстати. Живая. Угу. Давай. На следующий год, на зиму, я побольше вот этих салатов сделаю. Да, они вообще в году ходят. Очень аппетитные, очень вкусные. Они у нас, кстати, вот пошли, вот эти салаты. Вернее, вот этот салат. Так что всем приятного аппетита, кто ест, приятного кто будет аппетита. Есть. Пилот, тебе тоже того же желаю. Приятного. Ты уже съел, все, свое съел, хватит. Купили в Леруа Мерлен, как-то ездили. Уже стоит, наверное, неделю, да, Рушан? Удивительно. Угу. Что, ножницы тебе дать? Дать ножницы? Нет, ножницы сейчас, хоть давай ножницы, у меня ногти не чувствуют. Вот решили сегодня, освободились немного, решили собрать. Интересно, долго она будет собираться? Нет? Как собираться думаешь? Недолго, я вот мне интересно, она крепится к стене, нет? Да. Нужно сверлить ее. Да, обязательно. Что, что-то там? То, что ты не любишь. Ой, фу, можно как-нибудь его вот сюда вот так вот аккуратненько, да? Пенопласт ненавижу. Инструкция. Кстати, коробка такая нелегкая, скажи. Ну, потому что металл. Да. Ну, металл металлу, наверное, рознь. Он бывает и такой прям легкий, пушистый, можно сказать. Ну, не легкий, я имею в виду тонкий. Да, бывает легкий металл. Тонкостенный называется. Да, этот прям такой. А это... здесь, ого. Чего? Хороший это. Добротный металл. Ого, это точно. Да, я лучше сюда куда-нибудь поставлю. А я думал, полка деревянная. Она вроде бы деревянная? Нет. А металлическая? Да. А, и вот эта штучка деревянная. Ой, ну классно, что металлическая. А заметь, какая полка, да, такая не маленькая. Широкая, да. Угу. У нас пока на сегодняшний день здесь вот так вот все составлено. Никак не могу найти какие-нибудь туда эти, не контейнеры. Ну, контейнеры, да, такие. Какие-то хочется вот такие. Только белые хочу, но немножко побольше. Здесь лежат полотенца для ног специальные. Здесь вот тут лапки нарисованы. У нас лапки, ножки. Но я, блин, живу среди животных. Я уже... У меня уже гон. Давай обратно. Сюда. Сейчас самый такой творческий момент. Все это разворачивать, развертывать. Раскручивать, а потом брать инструкцию в руки. А вот это, знаешь, матовый? Матовый, да, металл? Угу. О, кстати, смотри, они одну-ка с другой стороны покажи. С какой? С другой стороны. Полые, что ли? Там какие-то два такие были с резьбой. Пустые, да, внутри? Да. Хороший металл. Рушан ушел пока. За отверткой надо посмотреть высоту. Вот. Видите, как? Выше. Надо будет тогда ему подрезать. Так, минутку. Ой, у меня выскакивает. А, ой, блин, ты... Палец прищемил. Я не вижу, если нацеливаешь другую часть. Блин, она не царапает ничего? Да нет. Давай я вот здесь как-то и ногами вот так прижму. Стой, стой, стой. Так, все. Так, здесь держу. Так.
так. Но она не зашла, или она так должна? Все, 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 сейчас она крутится. Вот здесь затянется. Металлическая. Так. Вот у нас и черные элементы добираются потихоньку. Угу. В нашем любимом стиле. Угу. Блин, она и наоборот, да, сделана. В смысле? Она здесь под углом, да, сделана? Ну, походу, да. Ну да, логично, это же лестница. Она должна немного под углом стоять. Ну и полка будет туда. Это значит, наоборот, нужно переставить. А сейчас ее переставлять, а это теперь сейчас все полетит, да? Ага. Угу, ничего страшного, будем опять собирать. Да нет, можно будет, не будет сейчас, подожди, а здесь оттяну. Потом здесь будет закрываться. Угу. Ну вот так, но сюда уже сушку не поставишь. Она будет, если ставить, то ее, можно сказать, посередине ставить. Угу. Что здесь вот так вот, видите? Насколько? Ну, на пол ладошки, чуть больше пол ладошки. Получается, от стены. Такая металлическая полочка. Сюда какую-нибудь зеленушку можно поставить. Будет вообще шикарно. Но вот видите, все равно надо будет подпиливать, чтобы ее хотя бы вот сюда. А спрашивают, для чего-то вот эта, да, штука? Ну, каждый по-разному все. Можно сюда кто-то вешает что-то. Ну, бывает. Что ты сюда повесишь, если здесь на полочке что-то стоит? Ну, сейчас напишут зрители, что сюда вешают. Не да? У одних нас же такая. Вот видите, как хорошо сочетается зеркало, полка. Вот здесь вот потом вот эти вот все вот пестрые вот это вот уберется и там будет прям такой, да. Я можно белый поставить, там будет тоже это. Ну белый, да, я хотела бы. Угу. Так, ну по 3 сантиметра надо. Просто Рушан, если туда черное засунуть, то оно так как все чернить будет сильно, угу. Прям черное, черное. И вот здесь вот мы хотим фартук сделать, мозаику тоже такую, как черная, она же переливается, да, красивая, да. Вон та была мозаика. Че, ровно, нет? Право, лево? Нет, сюда немножко. Вот так? А я там твою руку не вижу. Да? Угу. Ты как думаешь? Может, ты посмотришь еще? Вот, ну скажи, ровно, нет? Своим вооруженным глазом. Ровно? Да, в принципе, это... Че? У меня просто глаз не обхватывает, как так с обоих сторон. Можно было бы какую-то, это, у краба вот так... И вот так. Видишь, я старался как раз вот подогнать, чтобы четко вот под эту заходило. Угу, молодец, четко подогнал. А это так ровно, право, выше, ниже? Нет, все ровно. Все, да, все ровно, угу, да? Да, красота. Потом я закажу в любимом Васильке какие-нибудь красивые однотонные полотенца и будем пользоваться ими. А то у нас сейчас голубые какие-то. Ну, хорошие у нас полотенца, мы тоже в Васильке брали. Такие недешевые. А сейчас надо вот это. А что? Черный заказать полотенце. Зачем, Руш? Нет. Сперва ну, хотели сюда. Вот очень... видишь, вот сюда бы не подошла бы она. Нет, ты что? Ну и возле унитаза как-то не очень, да? Между прочим, вообще черные полотенца очень выгодно брать. Да. Да, это экономия стирального порошка, экономия стиральной машины. Рушан, один-два вытерся раза, оно, мне кажется, уже запах какой-то дает. Хотя странно, да? Моешься же вроде бы, чистый вытираешься, да? Можно не дышать, когда вытираешься. Ну, вот и все. Вот такие полотенца, такие неплохие, Васильке заказывала. Мне нравится. 800 рублей, что ли, они тогда были? Ну да, такие. Все, и почему мы решили... А, они как крутятся, да? Да. Угу. Почему мы решили именно сюда... О, плотно, как дверь. Только кто туда ходит. Ну, они, да, низ-то не крепится а, никак. Да, как лестница, да? Ну, это хорошо, с одной стороны, можно вот так вот это двинуть. Подвинул, помыл, и все. Да, помыл, и хорошо. Вот, почему решили сюда? Потому что, когда мы моемся с ванной, ой, ванной, и, ну, куда... А ну да. Сюда положил, да. Потом, пока дотянешься, все промочишь. А здесь удобно. Так, помылся, полотенце взял спокойно.
и все. Так что мне нравится, тебе нравится? Да, отлично. Классно. Прям в тему вообще встала, прям под окно, четко. В размер, размер. Да, классная стильная штука. Сюда можно будет что-нибудь такое, декор какой-нибудь. Да? Угу. Присмотрим потом. Будем ездить все равно в город. Присматривать будем все потихонечку. Магнитофон поставить. Ну, Марусю, да, чтобы ванна не было. Да, когда сидишь в ванной, допустим, это моешься, чтобы если скучно. Она развлекала, видите? Да. Расскажи мне. Как раз зеркало есть, может, тут еще и танцы устроишь. Ладно, давай прибираться. Хожу, прибираюсь. Смотрю, что вот это все пока девать некуда. Я вообще не знаю, куда это девать. Вот куда это пока ставить? Вот с одной стороны вот этих вот ящичков, да, вот этих вот полок так не хватает. Куда? Сейчас буду придумывать.